Сын президента США Хантер Байден признал свою вину в налоговых правонарушениях и в незаконном хранении огнестрельного оружия в то время, когда употреблял наркотики. Он достиг договоренности с федеральными прокурорами. Сделка со следствием может избавить его от судебного преследования. Глава Белого дома заявил журналистам, что очень гордится своим сыном. Между тем, представители республиканской партии выразили недовольство тем, что сын президента может избежать тюремного срока. Они назвали случившееся, цитирую, «двойными стандартами правосудия». Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккартни пообещал, что продолжит расследование в отношении семьи Байдена.